приветствую вас, мои дорогие подписчики и те, кто случайно нашел мое видео в Ютубе. В этом видео я хочу вам показать вот такую вот пьеску в испанском стиле. Вот можно назвать ее фламенко. Вот очень злятся на меня, значит, люди, которые, ну, я бы мог даже так сказать, которые пытаются играть фламенко. Вот ценят, значит, не ценят, а считают себя истинными ценителями этого стиля. И вот они мне пишут: значит, вы там такой сякой, вы, значит, вот вы фламенко там не так показываете, не умеете играть, и все в этом духе. Но это забавно, конечно, все. Вот. На самом деле, музыка, она сама по себе музыка. Вот. На стиле ее делят уже сами люди, вот, пытаются там что-то, это истина, это не. Это, конечно, глупость полная. Вот. Поэтому вы просто играйте и наслаждайтесь музыкой. Не нужно никого слушать. Вот. То, что вам нравится, то вы и играете. Вот и все. А кто это сочинил, где это сочинено, я думаю, вообще значение имеет второстепенное. Итак, давайте начнем. Значит, что здесь, я считаю, что здесь интересного? Вот для меня, значит, в этой пьеске, вот, ну, откуда она, эта пьеска, знаете, она как бы получилась такая слепленная, потому что где-то что-то я услышал, где-то что-то соединил, слепил, что-то сам, может быть, придумал, хотя вряд ли. Вот, вот получилась такая музыка. Самое главное, конечно, здесь будет ритм, бой. Значит, давайте сыграем. Мы начнем на аккорде HM, это с 7-го лада. Значит, мы указательным пальцем зажимаем все струны на 7-м ладу. Далее нам нужно будет зажать 5-ю, 4-ю струны через лад. Это будет 9-й. Вот такой барре, это будет аккорд HM. Сначала мы ударяем вниз. Я рекомендую вот этими двумя пальцами, либо одним вообще средним. Потом нам нужно сделать вот такой прием, который называется веер. Вот. В нескольких, значит, своих видео я уже показывал, как он играется. Большим пальцем мы играем вверх и практически одновременно. Мы начинаем с большого пальца. Практически одновременно, значит, мы вот эти у нас пальцы сначала согнуты, мы их выпрямляем по одному. Получается вот такой прием. То есть, значит, сначала сгибаем все это дело почти в кулак, ну, мизинец нам не нужен. Вот. Вот, так, вот из такого исходного положения мы делаем вот такое движение. Видите, то есть начинаем с большого вверх, далее безымянный, средний, указательный, у нас просто выпрямляются. Ну, естественно, при этом мы держим это около струн, они их задевают. Вот такой вот веер получается. Итак, еще разок вниз. Потом веер. Ну, веер, можно сказать, что тоже вниз мы это делаем. Потом большим мы играем вверх. Получилось уже 3 удара. Потом идет вот такое глушение, такой щелчок. Это этими же пальцами мы собрали вниз и следом заглушили ребром большого. Получилось. Потом исходное положение у нас, вот когда большой палец лежит на струнах, мы играем этим большим пальцем вверх. Еще разок до этого места. Вниз, вверх, вверх, щелчок, вверх, вниз, вверх. Вот такой вот бой получается. Значит, если идти дальше, то нужно на этом аккорде где-то раза 4 так сыграть. Потом нужно сделать будет вот такую вот подыгровку, я ее так называю. То есть, не отпуская весь этот аккорд, мы мизинец только убираем, для того, чтобы нам вот здесь по первой струне им позажимать, значит, вот эту струну на разных ладах. Итак, давайте начнем. Значит, обычно. Сначала обычный аккорд. Играем вниз. Потом мизинцем мы зажимаем, не убирая барре, мы зажимаем первую струну на 9-м ладу. Потом на 10-м. Потом опять на 9-м. Возвращаемся на место. При этом в правой руке у нас идет вот такая вот игра. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз.
переходим в следующую позицию, но об этом я уже расскажу в следующем видео, дабы избежать того, чтобы видео не было слишком длинным. В YouTube не очень любят длинные видео.